Всем здорово. Очередное зимнее утро. Иду на работу. Сейчас Константин меня должен подобрать. На перекресток выйду. Он должен подъехать, сказал, выехал. Вот-то Константин едет. Ну вот и все, отработали. Шеф нам дал внеочередной выходной. Будем заниматься домашними делами. Да, цыган? Вышли в центр, тут у нас уже елочки везде продают. Помахай. Вот уже продают елки, ледянки, или как они называются. Оксан, как они называются? Бублики. И вон снегочистящая техника, ручная. Ну, улыбайся, тебя снимают. Скажи, я и так улыбаюсь, только в маске. Костюмчик приобрели, камуфляжку. Со штанами. Спасибо, шеф, что денежку дал. Раньше времени. Теплый костюм. Вот тут тоже новогоднее настроение. Елочки продают, но уже искусственные. Вот такая красота. Заглядение. Вот так мы с супругой проводим выходной. Сейчас домой придем, будем курей рубать, щипать. Ходил на охоту. Недалеко, правда, в сарай. Двух курей зарубал. Будем щипать. Работаем. Трудно щипаются? Нет, нормально. А пока уже не молодые они. Пора. Нет, им. Нормально, нормально. Все, курочек обтеребил, ошкубал. Сейчас пойду шмалить. Вот таким баллончиком шмалю. Горелкой такой газовой. Все, зашмалил. Теперь супруга их разбирать будет и
А там еще что-то пирожки уже готовит с вареньем. На улице у нас холодновато. Сейчас глянем, сколько мороза. Мороза 12, но что-то ощущается как больше. Ветер, да, ветер есть. Во, мне водички с родничка привезли. Спасибо, парни. Ездили сегодня на родник. Там чистая вода есть. Хорошая такая, родниковая. Вот, и завезли мне 3 пятерочки. Спасибо, парни. Надо уголька набрать на утро. Цыган. Цыган, 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 цыган. Прыгаешь, да? Играешься? Ну, все, угля заготовил. Погоду посмотрел. И у Оксаны уже пирожки тоже созрели. Спеклись. Вкуснятина. Всем пока. Всем удачи!